Друзья, мы бежим! Просто бежим на них. Так, ко мне чувак телепортируется. Идем их рубить просто. Идем рубить этих слизней просто. Так, на лося, получай! Ё-моё, на чувака три, нечестный бой просто. Три слизи на одного мужика с мечом деревянным. Просто нечестно. Так, ё-моё, как лагает. На, получай. Слизень, что-то ты приборзел. На, Вася, Вася, получай. И ты получай, слизень. На. Просто рубим этих слизней налево и направо. Так, что-то этот слизень вообще обалдел. Так, ты вообще офигел, что ли? Так, сюда иди. Так, не понял. Я уж потерял того слизня, который меня ударил. Так, сейчас как порубим этим мечом деревянным. Мы с ним ничего не можем сделать. Правда, только в жопу можем засунуть. Поранить не можем. Как мы их храним, блин? Мы им в жопу только запихиваем. Валим, 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 валим на гелике. Давайте вообще, рубите, пожалуйста. Так. Плюс еще слизни, ё-моё. Всем привет, друзья! Меня зовут Саня, и добро пожаловать в Roblox. Сегодня поиграем в острова. В острова сегодня поиграем. Я тут уже лес устроил у себя. Так, собираем. Так. Так. Ладно, вот сюда вот семена садим и поливаем. Так, давай поливайся. Все поливайся. А, так, мы уже все полили. Так, ягоды, корова. За ней тоже ухаживать надо. Сейчас отправимся за этими, за слизнями на их, в их лес. В лес слизней. Я меч уже взял и тут играл уже. Так, давай ждем, пока прогрузится. Так, уже текстурки прогружаются. Загрузка острова. Спасибо, что играете на островах. Так, вот уже почти прогрузились. Вот и все, прогрузились. Так, что это за фигня такая? Вот ему надо продавать. Так, нету. И тут нету. Мы ему, походу, уже продали. Ладно, хорошо, чувак, добавим тебя. Друзья, мы бежим! Просто бежим на них. Так, ко мне чувак телепортируется. Идем их рубить просто. Идем рубить этих слизней просто. Так, на лося, получай! Ё-моё, на чувака три, нечестный бой просто. Три слизни на одного мужика с мечом деревянным. Просто нечестно. Так, ё-моё, как лагает. На, получай. Слизень, что-то ты приборзел. На, Вася, Вася, получай. И ты получай, слизень. На. Просто рубим этих слизней налево и направо. Так, что-то этот слизень вообще обалдел. Так, ты вообще офигел, что ли? Так, сюда иди. Так, не понял. Я уж потерял того слизня, который меня ударил.
Так, сейчас как порубим этим мечом деревянным. Мы с ним ничего не можем сделать, правда, только в жопу можем засунуть. Поранить не можем. Как мы их раним, блин? Мы им в жопу только запихиваем. Валим, 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 валим на гелике. Давайте вообще, рубите, пожалуйста. Так. Плюс еще слизни, ё-моё. Нам тут просто спокойно слизни прибавляются и прибавляются. Плюс два нам тут, ё-моё. А тут еще и рыбачить можно. Так. Это что, по нему можешь залезть? О, залезть можно. Так. Они тут рыбачат. Пойдемте покорять озеро. Ого! Капец, друзья, посмотрите. Какая глубокая. И мы тут просто можем добывать ресурсы. Добывать ресурсы мы тут можем просто. Так, добываем тут ресурсы. Правда, я не знаю, кому это продавать надо будет. У нас две кирки, что ли? Ой, 13 этих. Ё-моё, что там происходит вообще? Что там такое? Капец, вы это видели? Что там происходит? Что это такое? Я не знаю. Да я вообще... Ладно, потом посмотрим, что это такое. А теперь снова идем рубить, хотя нет. Ладно, все равно пойдем рубить кого-то. Пойдемте чувакам помогать, не все равно, погибну я или нет. Мы были рождены, чтобы умереть. Ты. Эй, девчонка, воевать иди. Со слизнями. Если сюда пришла, иди рыбачь тогда, если не собираешься воевать со слизнями. У нас с ними война. Слизни. Плюс еще. Ё-моё, вот это мы тут сейчас наживёмся на. Да продаём сейчас. Опять эти текстурки. Сейчас как напродаём этому чуваку. Сейчас мы как продадим этому чуваку. О, интересно, сколько мы получим. Так. Так, розовых у нас еще нету. Так, всех всего 75 монет. Так. Идемте тому продадим. Все, что у нас есть там. Мы там, наверное, кучу подзаработаем. У этого чувака можно продать свои. Так, вот видите, как мы уже много тут. Так, продать. Так, продать остальное у нас никак. Клетос. Так, у нас вроде на две, наверное, хватит. У нас на два раза хватит. Так. Так, давай покупайся. Так, я пока тут. Друзья, у меня сбилась съемка, и, короче, но вот почему у меня тут время другое видео. Так, снова эта надпись. Так, текстурки снова прогружаются.
не знаю, прогружаются, может, нам пойти порыбачить. Хотя вообще не знаю, как там это делать. Вообще нифига не получается. Вообще не пол... нифига не получается. Что у нас тут есть? Кому что продать можно? Так. Так, этому можно продать. Это можно продать цветы. Что это вообще такое? Вообще нифига не понял, что это такое? О, этому блоки можно продать. А, купить можно. Купить можно блоки. А, да, купить. Ну да, купить можно. Ладно, короче, просто напокупаем. Так, давай еще один. Ну вот и все. Вы купили зачем-то себе блоки. Ну ладно, у этой животные, они нам пока нафиг не нужны. Чувак, я не собираюсь с тобой тратиться. Яйцо коровьего порождения уровня. Ё-моё. Капец, нам как это купить вообще надо будет? Еще одну корову, ё-моё. Ладно, идем. Сколько там какая-то происходит? Так. Кто чё? Эй, да девчонка. Сейчас отправляемся к себе на остров. Я там уже себе прокачал. Я там уже прокачал себе это. То есть не прокачал. Ну, купил, короче, больше зерен для этих. Ну, короче, вот для вот этого вот. Ё-моё, сколько кнопок взять? И сколько мы тут напродаём потом? Ё-моё. Уровень уже 10-й. Так, берём это и садим всё это. Садим. Вот и все. Мы все это сделали. Что у нас тут еще есть? Блок, еще какой-то бамбук. Давайте хотя бы вот сюда вот посадим. А, это у нас тут будет этот бамбук расти. Так, ладно. Идем дальше. У нас тут можно что-то купить, но уже мы тут уже все купили, кроме топора. Хотя у нас и так топор. Так, у нас тут можно вот такую вот штуку сделать. Ладно, сейчас. А, это купить Game Pass. Не надо нам тут этого. Уход за животными, уровень 3, майнинг, ковка. А, и так, ладно. Что это такое вообще? Лестница какая-то, табличка, еще что-то, фонарик.
Так. Дверь еще зачем-то. Инструменты. Инструменты все куплены. А, вот. Понятно. Вот нам можно еще купить вот таких вот столов, с помощью которых мы будем строить. Так. Так, берем еще этих ягод. За коровой поухаживаем. Так. Тут какую-то штуку понаписали. Ё-моё, как много всего. Так, о, яблоко берем. О, бамбук уже вырос, смотрите как. На самом деле мы тут уже фигней занимаемся. Так, что у нас тут за цель? А, ладно, сейчас все сейчас порубим просто деревья. Деревья сейчас пока просто все порубим, потом посадим все их. Все эти деревья потом посадим. Так, вот так вот делаем, еще рубим. Ай, вылетаю из такси. А, нет, не вылетаю. То есть, возвращаюсь из такси сюда. Так. Так, еще вот это вот дерево рубим. Так, давай. Сейчас еще вот это вот порубим. Так, давай рубись еще дерево. Нам потом еще железо надо будет найти. Хорошо, что мне Глеб сегодня показал, где железо. А то бы я не знал, где железо, где. Тут же не добывается. Тут только какой-то камень добывается, и все. Так, что того? Так, ага, вот добылся. Добылось дерево еще. Так. О, у нас уже тут еще ель. Так, рубим еще. Еще рубим. Так, давай дерево. Оно слишком долго рубится. Так. Маленький сундук. Купим один сундук. Так, еще заодно. А, нам еще... О! Это геймпас вообще. Вот, блин, гады, нафиг мне это вообще? Вообще, блин, это мне штука нафиг вообще. Так, ага, мы сундук купили. Так, берем этот сундук. Давайте поставим его вот сюда вот. И сложим сюда. Так, что бы сложить сюда? Ну, всякое вот такое вот сложим. Так. Так, что бы у нас тут еще положить, я не знаю. Так, блоки дерева. Ладно, пока ничего не положим. Ладно, давайте пока вот эти вот блоки положим. Так, еще вот что у нас будет тут. Так, ну что бы у нас тут еще положить-то? Так, эта фигня тоже не нужна. Так. Так, что бы у нас еще положить? А, ладно, пофиг. Пока больше ничего.
Так, ё-моё, как тут стало-то? Так, ладно, возьмем, посадим сейчас. Так, вот сюда вот одно. Вот сюда вот. Сейчас одно вот сюда вот. Еще одно дерево вот сюда вот. Еще одно вот сюда вот. Вот сюда вот. Еще одно. Так, одно вот сюда, одно вот сюда. И давайте еще одно вот сюда вот. Так, берем еще вот это вот. Вот сюда вот ставим. И еще берем. Так, я сказал, берем елку. Так, где ты елка? Не понял. Куда эта елка пропала? Не понял. Где елка? Ага, вот эта елка. Все поставили. Вот мы ее уже поставили. И что у нас тут дальше поделать? Так, берем залезаем на бамбук. А, у нас давно созрели, блин. Ё-моё, уже 11 уровень. Давайте до 12 дойдем и остановимся. Так. А, вот. Так, садим сюда. Все это. Это все садим сюда. И все, теперь поливаем это. Так. Поливаем. Поливаем это. Так, ладно, друзья, не забывайте подписываться на мой канал и ставить лайки. Всем спасибо за просмотр и всем пока-пока. Если видео понравится, я выпущу второе видео по этой игре. Всем пока. Так, всем пока.